Всем здорова, народ, на канале Бублик Channel, и сегодня мы с вами продолжаем играть на проекте MTA Provincia. Ссылочка на проект, естественно, будет в описании под роликом, поэтому обязательно переходите, скачивайте лаунчер и начинайте развиваться вместе со мной. Также, перед началом ролика я попрошу вас подписаться на мой телеграм-канал, ссылочка на который будет в описании, подписаться на мой YouTube-канал, поставить лайк и написать любой комментарий, чтобы хоть как-то продвинуть ролик в топы. Ну а в этом ролике вы увидите нарезку со стрима, как я пытался уйти от полиции, и в итоге, как вы понимаете, раз это попало в рубрику лучший уход от полиции, ушел. А все это происходило на первом сервере, на худшем сервере для погонь, как бы грубо это ни звучало. Опять же, ребята, я уточняю, что худшим для погонь. То есть не сам сервер самый худший, а именно для погонь. То есть если вам нравится на нем развиваться, играть, то он для вас может идеально подходить, но гоняться от полиции на нем просто невозможно. Но прямо сейчас усаживайтесь поудобнее. Всем приятного аппетита, кто кушает, приятного просмотра. Погнали. Так, я сюда. Все, началось, да ладно. Неужели? Ну, знаете, у меня есть преимущество. У меня, как минимум, ну, машин 10, наверное, из подписчиков. Да, я не знаю, я не считал, ну, на глаз говорю. И они все едут за нами. И мало того, что они будут, скорее всего, мешать, так они еще и могут меня забирать. Так, мне налево. Сказал я и не попал в поворот. Перекрываю. Не надо перекрывать. Ну, погонь зато началась. Так, можно сделать красивое массовое ДТП, если как-нибудь подставить Ешку. Не получилось. А могло получиться. Ладно, все, самое интересное пошло, ребята. Капец, я на карту смотрю, сколько там людей. А, ну да, но наркорозыск, ну это дефолт. Ай, блядь, как... Ладно. Я хотел побомбить, потом вспомнил, что я каждый раз этого бомблю, поэтому можно не бомбить. Это первый сервер, здесь на РП-роск можно выдавать. То есть человек в фулл-тонере, меня увидеть никак нельзя. Плюс у меня маска, ее там вряд ли видно, но я в маске, я ее покупал. Вот, и, ну, и они мне дают розыск. На кого они дают розыск? Ну, типа, они сами не знают мою личность, но розыск уже выдали. Красавчики. Бля, вот, работяга. Он сам решил уйти в сторону, чтобы его никто не снес. Там Ешка что творит? Что творит Ешка? А можно было на ручник не ставить машину? Расход. А что? А у Ешки коллизии нет или что? Что это было сейчас? Как он телепортировался? Что за бред? Я не понял. У нас погоня продолжается. Я просто херососю в одной и той же стороне. Вот это ты зачем сделал? Ну, билят, ну я ж тормозил, ну... Пустите меня. Расход? Это моя фраза. Все, спасибо. Опа, это какой-то то ли олд, то ли на, ну, чувак, который шарит, короче, да. Кто шарит за вину, признаешь, сразу лайк поставьте. Вину признаешь? Дурак неумный. Так, все, ладно, мы уходим. Ну, пытаемся, по крайней мере, уйти. О, Широн! Я хочу Широн! Дай на Широне покататься. Бля, если я его разъебу, я же не расплачусь. Так, я хочу направо. А, перехотел, блядь, менты же тут. Просто снесли, пацана. Тут тоже ДТП какое-то. Че тут по всей трассе ДТП одни? Что-то ППСы, они даже не разворачиваются. Они меня, походу, потеряли. Ладно. Ну, я обратно еду, что мне делать? У меня выхода нету. Кстати, можно, знаете, есть такая фишка, короче, иногда админы не смотрят, есть погоня у человека или нету, и вы, если чувствуете, что не можете уйти от погони, да, ну, что вас поймают, вы можете ехать вот так вот по встречке, и какой-нибудь админ, который, ну, ему не интересно, у вас погоня или нет, он просто увидит, что видит по встречке, и посадит вас в Деморган. Тем самым вы отсидите за встречку, ну, сколько там, 30 минут, да, грубо говоря. Во время погони, по факту, у вас не должны были. Это чисто ошибка админа. И при этом вы и от погони уйдете, и прав не лишитесь. Хороший лайфхак, правда? Мне нравится. Надеюсь, вам тоже. Велосипед, кстати, стоит рядом с... Почему-то хотел сказать помойка, рядом с остановкой. И компенсацию получите, если ЖБ на админа писать. Да, кстати, вы еще и бабки за это можете получить. Ну, вообще, одни плюсы, короче, в этой схеме. И менты еще. Но менты это не плюс, это скорее минус. А у меня машина с черно-белым дымом опять. Кто будет меня... Осуждаю. Да. Что за вопросы? Конечно, нужна.
Шон Бандитский дал вам доступ к Porsche Panamera. Porsche Panamera! Что-то там по колено. Тёма уходит от погони. Пизда. Но они меня таранят. Не таран, спецманёвр. У меня просто черно-белый дым. А любое касание с ними, это автоматически, ну, минус я. А там уже 4 патрульки, кстати. Что очень и очень плохо. Ну да. Не таран, спецманёвр. Так. А, я... А как выйти? Да выйди из машины, говно! Что с камерой происходит? Так, мне через машину надо перепрыгнуть. Всего хорошего. Спасибо, святой человек. Вы знаете, что если вы так делаете, то ваш член увеличивается на 15 сантиметров. Было страшно. Не пизжу. Я обосрался. Я думал, все, поймал. Я просто из машины выйти не мог. Тоже виноват, что я из машины выйти не мог. О, да, давай. Да, давай махнемся. А, нет, не вариант. Уезжай. Вопросы, как они нас сошли потом. Сейчас главное уехать. Так, помимо того, что здесь со следящими у нас дерьмище происходит, и у нас постоянно менты херней страдают. Так, тут еще и у нас... Вон, видите, на РП розах, так что я слова на ветер не бросаю. На РП розах есть, значит, херней страдают. Так, у нас еще и лаги. Просто сбрил пацана. Подожди, он в лес улетел куда-то. Так, ты уезжай, я побежал к нему. Уезжай. Только дверь закрой. Стой, 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 я передумал. Мы, кстати, знаешь, что могли с тобой сделать? Мы могли, чтобы я сел за руль, а ты побежал к тому чуваку. Это, если что, он сейчас это не специально сделал. Я просто знаю то, что там заносит постоянно на повороте. И я, типа, вам даю 200%, что это сейчас было случайно с его стороны. Всего лист нахуй романтики. Пизда. Расход, 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 расход. Кидай ему расход, 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 расход. По-братски, да-да-да-да-да. Давай, поехали, поехали. Фу, сам такой, вот ты передразниваешь себя, а у самого какашки на лице. Поехали, поехали, поехали. Да он кинул расход, поехали. Поехали, да кинул он, да кинул. О, машину выстрелили. А, ну да, давай перевернемся. На крыше же лучше ехать. Я не помню, на первом сервере ЕППшить можно? У вас если ЕППшить можно, то лучше направо в гору уйди. Так, Александр, а мы вообще куда двигаемся? Я, ну, не знаю. Ты вот куда едешь, туда едем. Смотри, мы можем заехать в лес, ты меня там где-то высадишь, я убегу, а ты сам поедешь пешком. И они, типа, не увидят, на камерах не будет видно, как я вышел. Вот сейчас направо поворачивай. Сейчас будет 300 IQ move, смотри, направо, уезжай в лес. Ребята, но это... Тут, смотрите, сейчас будет... Мы будем переигрывать систему этого первого сервера. Типа, как они обычно говорят. Вот, ты на той камере засветился, а на той тебя не было. Значит, очевидно, что ты был между этими камерами. А теперь будет такая ситуация. Я сейчас выйду, убегу в лес. Вот здесь сейчас, около СТО, тормози. Все, уезжай, уезжай. Все, я спрятался. Я спрятался. Типа... Чувак уехал. Никто не видел, как я вышел. Правильно? Правильно. Все. Мне срать. Я побежал. Интересно. А, ОМОНовцы бегут. Реально, ОМОНовцы бегут. Вы это видите? Причем богоюзом бегут. Видите, как они быстро бегут? ОМОНовцы с богоюзом. Ну, типа, они им абсолютно насрать то, что, ну, в деревне камер чисто физически быть не может. Ну, и они типа такие, ну, почему бы его не поймать там? Мы просто побежим за ним в лес. Мы не видели, как он туда побежал, но мы за ним побежим, потому что мы можем. Поставили, 291. Пиздец, а что происходит? Ага, понял. Да, 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 ага, так. А что это? Он сейчас снес дальнобойщиков или это просто по пингу так пока... Нет, вот они приехали, значит, все нормально. Значит, не снес. А что это, блядь, за лаги были? Я в ахуе. Ну да, 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 да. На нахер. Слушайте, у Фауста Романтика какой-то очень лютый пинг. Он, походу, на йоте играет. Я прям себя вспоминаю. Он их сносит. Ну, типа, насрать ему вообще. Они ничего не могут сделать, они к нему подъехать даже не могут.
Посмотрите, они к нему только подъезжают, их отталкивают. 600 человек онлайн на сервере. Это именно его лаги? А они его не могут подряд. Слушайте, я переживаю, что у него есть читы, потому что, ну, как будто коллизии нет, но, по-моему, есть. Нет, есть, вот он ударился. Он ударился. Троллейбуса перекинул на ту сторону, но это мент его перекинул. Это не X6 перекинул троллейбус, поэтому к X6 претензий нету. Это пусть мент там все решает. А, ну да, нейтральный спецманевр выглядит именно так. Просто в бочину ебать со всей силы. Ну, чтобы думал потом в следующий раз, когда будет жизнь, а когда будет, ну, смерть. Ну, логично же. Хорошо, и куда мы едем? Ну, Фауста меня прям увозит, я это чувствую. Я это чувствую. М5, ну, М5 едет, там что-то на хвосте пыхтит. Пыхтит. Нейтральный спецманевр. Сколько раз они еще врежутся, вот, чтобы прям от души было. Они даже не тормозят, вы видите? Они просто вот как едут, так и едут. И просто тормозят за счет того, что врезаются. А, ну, в городе можно и пострелять, почему и нет. Ну, типа, жилые кварталы, никого не заденем, ладно, ничего страшного. Счетчик таранов реально на экран надо выводить после этого. Так, ну... Вы слышали? Он сам себя заскамил. Ой-ой-ой, я не хочу смотреть вперед, мне страшно. Нет, вообще лучше смотреть вперед. Нет. А, ну, чувак по встречке был. Что? 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 А что произошло? Чувак просто телепортировался, загорелся и взорвался. Если бы я не вышел из машины, то я бы тоже взорвался. Косой еще X2. Все, я поехал. Садись. Всем всего доброго. Что за бред, блядь? Да, по барабану. Вот ты снимал, как у меня про тарану, да? Да, снимал. А ты? А потом, главное, они, короче, дорогу перекрывают, чувак едет 100, он перед ним вот так вот выезжает, его в него врезается, и такой, а ты видел, как он меня протаранил? Такой кринж вообще. А разве, Артёмка, как твои дела? Здорово, да, все нормально, я вот этот, от погони ухожу, а ты как? Да я нормально, я же тебе писал, что я тебе тачку подарил, вот этого я в 6-го хотел подарить, правда, он уже не мой, но я просто во владении у меня. А, понял, ну почти подарил. Фауста романтика забанили. За таран? Вы чё, серьезно? Да, блять, какой конченый. А вот это, по-твоему, нормально, когда ментов ни одного не забанили, а чувака забанили за таран? Блять, это просто. Полиция всю погоню таранит. Давай. Админы просто языки в жопу засунули, и глаза, видимо, тоже, и как будто ничего не видят. Ты до кого ты стреляешь, дядя? Они просто в решето нас превратить хотят. Просто в решето превращают, смотри. Они со всех стволов просто хуй. Ну, нам так туда. Ой, не управляется вообще. А, ну раз не управляется, значит ничего страшного. Ладно, еще одна попытка убежать. Прыгай. Здорово, пацаны, мы уже столько тачек разъебали. Курва, бобер. Ну спасибо, пацаны, что заняли все места, вы красавчики. Блять, садись. Я анимку включил. Не сел. Да все нормально, почему, поехали? Бля, мент тупой. Реально, такой, я такого еще не видел. Он как будто, он стоял, просто смотрел на меня. Это просто, что за мент? Мы уже несколько тачек, ребят, затоталили. Вы уверены, что ваша не будет следующей? А мне похуй, ёбище, по-моему. Пизда, я скоро вылечу. Раста, у меня полицейские тачки без винила. Ребят, если вы меня докатаете до момента, как я вылечу, вы будете просто богами этой игры. Я говорю, вы будете богами, чувак. О, я буду богатым. Мне деньги нужны. Я ему долг должен вернуть, не один лям, а танка, пожалуйста. Ну, я вам это сразу проносил, то, что у меня тачки без винила. Зачем сделали русской раскладкой, что можно писать, я не знаю. А, я дома заспал. У меня нет дома. У меня нет дома на первом сервере. Как я дома заспавнился? Что за бред? Как выйти отсюда? А, отель! А, отель я брал, да. А как выйти отсюда?
Чё за хрень? А где выход? А, о, работает. А чё, а разве метки не должно быть? Тут же метка раньше была. Всё, понял, спасибо. Я бы сейчас тут и сидел. А ну-ка, интересно, что они тебе скажут? Ну тормозни, тормозни. По факту. Ну давай, посмотрим, что они тебе скажут. Газуй. Я просто, знаешь, почему сказал газуй? Я переживаю, что он ствол нас достанет. И выезжай, не дай им проход закрыть. Стой. Ну ты что меня... Смотри. Пересаживайся, я специально выехал, чтобы мне проход не закрыли. Можешь пересаживаться? Я специально выехал. Бля, ты куда прёшь? Блин. Они же не видели, что я в Панаму пересел. Так они... Стоп, они не... Подожди, сейчас будет прикол. А ну выйди из машины. Стой, не бегай, иначе за ПГ отлетишь. Не бегай. Да, блядь, расход? Уже держим до выяснения обстоятельств. Сейчас призыв вас по ВДФ будет разъяснение ситуации. Ой, блядь. Дурак, сейчас же застрелят. Спасибо. Сотрудника полиции. Будет разъяснение ситуации, по факту которой вы можете чуть-чуть сесть ему. Нет, это полный кринж, я считаю. Вы держите предположительно по статье 3.12 главного кодекса из республики провинции. Соучастие, укрывательство преступника и тому подобное. Укрывательство преступника? А какого преступника он укрывал? Вы, вот, я реально, я хотел тебе респектануть, но в самый ответственный момент ты умудрился, ну, прям жестко, прям, ну, обосраться. Но, прям вот в самый ответственный момент, так что, это нельзя так делать. Да, генерал ГИБДД просто один в патруле, но мне просто было интересно, смогут ли, что? Расход? Расход? Да. Смогут ли полицейские отыграть хотя бы в этом РП? Короче, суть в чем? Погоня была за ним, за мной никто не ехал, то есть никто не знал, нахожусь я в машине или нет, но у меня 3 звезды. Мне было интересно, в итоге-то полицейские за ним пойдут или за мной? Они пошли за ним, но при этом, то есть все нормально, мент правильно сказал, типа вы уезжали туда сюда, он его поймал, но в самый, ну не в самый, то есть момент, вот когда ты ему говоришь, что ты его задержал, он такой типа... Ну, мы тебя задержали за то, что ты укрывал преступника. Ну зачем это говорить, зачем? Ну ты, он, вы же не знаете, укрывал он или не укрывал преступника.